Aa, ediyor. Korktun mu lan? Bir daha kayıt yapayım. Dark. Nasıl vurdu lan? Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Ой! Через полимер можно проплыть, не впервой. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. Hoş geldin. Nasıl bir oyun? Değişik. Şu ana kadar güzel gidiyor. Bir tane teyzemiz vardı. Mındar mı oldu? Sağlam mı bilmiyoruz. Ona birazcık üzüldüm. Genel hatlarıyla şu anlık iyi gibi. Geçsene yavrum. Конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Схема. Найди схему. Это... что такое было? Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Смотритель, как же так? А да, рандом чёс. Пусть придет в движение. Да. Хоть что-нибудь. Думаю, сели. Кардешим. Пеки. Схема. Найди схему. Daha yeni dolaba gittim böyle bir litre buz gibi su gömdüm geldim. Bu ne lan? Bardak havada kalmış. Смотрите. Как же так? Görmedik ama kolay bir şey. La kolay yok yok. Kardeşimi markete yollayabilsem aldıracağım. Schema.
Вallahi yok. Сохранение данных. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Новая эра градостроения, в которую вступает... Смотрите, как же так? Перед вами новое эрогодостроение, в которое вступает наш... Ингредиент рассеянность ёпн. Ва. Варда, не герек вас. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Пусть идет, я. Şifresi nerede? Shift'e bastım yalnızlıkla. Ya çizgi filme bakıyordum. Şuradaki bulmacanın ipucusu belki çizgi film içindedir diye. Не поедем без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поедем. Твою мать, так он живой? Схема, схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все? Не поеду. Без схемы не поеду. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. СССР наладит серийное производство этих грандиозных организмов. Икары будут способны соединяться друг с другом. Охренеть. Где эта схема-то? Схема? Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал, не поспел за мной, помер. Да тут все, блин, помер. Смотритель помер в этом тоннеле? В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Схема нужна. İstasyon şefinin ardından emin misin gittiğin her yeri yanında götürmüyor mu? Схема точно усмотрите? Он что, носит ее с собой постоянно? Он с собой носит схему. Все время. Смотрите, схема нужна. Ага. Иду искать. Ида, нерде! Без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поеду. Твою мать! Так он живой? Схема, схема. К сожалению, он... Да ну нахер! Говорящий труп. У меня это скрещены. Очередь на olsun.
О! Lan yanlışlıkla bir şeyi yaptım. Dörtten fazla oldu. Ya ulan ne güzel dek getirmiştim ya. Asansörümü düşerim, basam veletleri gibi basıyorum. Burada. Evinde mi geçti? Kim burada kaka? Ай, я схему потерял. Слышишь? Она где-то тут. Надо найти. Бежим до станции. Запустим фуникулёр и сбежим от них. Храс, то есть это не покойник со мной разговаривал? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От одной минуты до двух суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Ой, надеюсь, сработает. Фуникулярная линия активирована. Я не думаю, дай. Займите свои места согласно купленным билетам. Мы готовы к поездке. Извини, на сегодня я занят. Не видим, были сразу вармусь, а. 7, 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать не без приключений. Вот так вот, Чкалин. Улюлон! Я нолду бичи. Я так и знал, что спокойно не доеду. Куда ж без вас? Осторожно, обрыв впереди. Вижу. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский. Я протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает рад. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Ащагераща! Gel gel buraya gel. Senin bir ağzını tutacağım gel. Gelsene lan. Gelmiyor. Sınav mısınız ha bana? Çılık gönderin. John puanını geri veriyorum. Bunun sıkıntı var ha. Bununla tıklanınca gelmiyor.
Дай бе Алтай! Tetemi niye mi bakıyorum? Alışkanlık oldu artık. Müptezel ettiler beni. Sürekli çığlık atıyorlar. İşte bunun gibi. O yüzden sürekli...